отруєнню собак та фотографіям з мавпочками. В Україні набув чинності закон, який забороняє знущання та жорстоке поводження із тваринами. Кому тепер не можна буде утримувати тварин? Хто здійснюватиме контроль за гуманним ставленням до братів наших менших? Які будуть штрафи? Що має робити хазяїн для свого хатнього улюбленця? Та чи буде ув'язнення? Про це й не тільки. Сьогодні у нашій студії говоримо з гостею, членкиною управління ВСГО Асоціація зоозахисних організацій України Зоєю Савченко. Пані Зоє, вітаю вас. Здравствуйте. 15 липня відбувся оцей знаковий момент для всіх волонтерів, зоозахисників та, в принципі, людей, які не байдужі до прав і долі тварин, прийняли законопроект 2351. Проте це не єдиний нормативний акт в цій сфері. У 2006 році вже був прийнятий закон про захист тварин від жорстокого поводження. Скажіть, будь ласка, там же ж також містяться норми про те, що тварин не можна бити, не можна над ними знущатися, не можна їх насильно утримувати. Чим цей новий закон відрізняється від попередника? В этом новом законе, во-первых, разделение идет административной и криминальной ответственности. Это очень важно. Того, чего не было в том законопроекте. Например, если животное не погибло от насильницких действий, не было травмировано, покалечено, то удавалось человеку, который его там избил или нанес ему телесные повреждения, избежать ответственности. А сейчас, даже если у животного есть гематомы, если это не привело к калитству чи смерти, все равно человек несет уголовную ответственность за него. Потом в этом законопроекте введено очень много норм других. Вот по, самое главное и самое основное достижение этого законопроекта – это запрет массовой эвтаназии животных с целью сокращения численности, с целью регулирования численности. То есть много десятков лет в нашей стране ведется эвтаназия животных с целью регулирования численности. Для них не строят приюты, для них их не спасают, не лечат. Просто берут, отлавливают и эвтаназируют. И это считается нормальным. Животные навсегда считались биомусором. Речью, да, речь – это по законодательству. Угу. А вот вообще это биомусор, твердые бытовые отходы, их усыпляли и на санветзаводах утилизировали. Теперь это подтолкнет к тому, что животных убивать будет нельзя. Местные власти не имеют права убивать их с целью регулирования численности. Они будут вынуждены строить для них приюты. То есть это подтолкнет к местную власть строить приюты, быть более гуманными к животным. То есть сами власти никогда не проявляют гуманность. Их нужно к этому подталкивать. Вот этот закон их подтолкнет и обяжет строить приюты, а не убивать животных, не травить, как раньше было. Вот до 2012 года очень активно травили животных дешево и сердито. Разбросали яд перед Пасхой там, или перед каким-то. Это обычно было перед 9 мая, перед религиозными праздниками. Такая у нас традиция поздравить ветеранов и отметить религиозный памятник, праздник. Разбросать яд, потравить собак, люди идут в церковь, они бьются в конвульсиях у всех на глазах. Вот теперь такие представители власти коммунальных предприятий будут нести уголовную ответственность. Потом в этом законопроекте есть еще запрет фотопослуг, запрет эксплуатации животных с целью наживы, каких бы то ни было. Например, для содержания их в ресторанах, в каких-то базах с целью привлечения туристов, то есть вот в местах питания, значит, ну, как говорится, в разных ганделах с целью привлечения туристов. Потом там много есть еще запрет фуагра, производство фуагра. Это очень жестокое производство, это когда берут гуся, да, очень травматичное, когда берут гуся, заключают его в очень узкую клетку, где он не может двигаться несколько раз в день, ему вставляют железную трубочку в пищевод и наталкивая до такой степени его пищей, чтобы печень жирела и была циррозная, это считается деликатесом. И часто травмируют, идет разрыв пищевода, животные страдают. Это очень жестокое производство этого фуагра, деликатеса. Поэтому мы постарались запретить это. Запрет пропаганды жестокого обращения. Теперь это уголовная
а не административная ответственность. То есть, например, это, как бы можно сказать, Святогор нас подтолкнул к этой норме, ввести ее, потому что он много лет пропагандирует жестокое обращение, но уходит от ответственности. Теперь он будет наказан по уголовному, не административному кодексу. Есть несколько норм, которые касаются сельскохозяйственных животных. Это, ну, вернее, знаете как даже, охотничьего хозяйства. Запрет охоты спортивной. Есть такое, как бы, такой вид охоты. Не ради вот, там, я не знаю, мяса убить животное, а вот просто настрелять, кто больше настреляет, момент соревнования, кто больше настреляет, например, тушканчиков или ворон. То есть это касается мелких животных, которых, на которых обычно охотники не охотятся. Просто вот такая, как бы, вид спорта, кто больше убьет. Угу. Потом еще, к сожалению, не удалось внедрить такую очень важную норму по сельскохозяйственным животным. Их умерщвляют жестокими способом, то есть до потери сознания. Куда мы старались сделать так, чтобы они все-таки, мы понимаем, что не убивать их невозможно, но хотя бы... Присыплят. Да, хотя бы не присыпляты, а их оглушают. Угу. Хотя бы после того, как животное потеряет сознание. Нет, их сразу все-таки оставили эту норму, как бы, вернее, не ввели эту норму, им перерезают горло, і вони стікають крові в повному сознанні. А чому? Є якесь пояснення, чому цю норму не прийняли? Вона логічно, скажімо так, підходить в межі цього законопроекту? Ну, це вопрос к депутатам. Для того, щоб прийняти будь-який законопроект, нужно пройти очень много всяких процедурних депутатських комісій. В даному случае это была экологическая комиссия, это была правоохоронная комитет, экологический правоохоронный комитет. И где-то на каком-то уровне не пропустили депутаты эту норму, они не видят в этом ничего страшного. Пані Зоя, президент Зеленський вже підписав цей законопроект. Да. Я хочу привітати всіх, хто має відношення до цієї колосальної роботи. Скажіть, будь ласка, я анонсувала, тепер хочу почути від вас відповідь. Кому не можна буде утримувати тварин відповідно до цього закону? Ну вот, как я уже сказала, нельзя содержать животных диких и птиц диких, крупных хищников в местах, где они, ну, с целью привлечения туристов. Значит, нельзя фотографироваться с животными, любые виды эксплуатации животных для зарабатывания денег для бизнеса, контактные зверинцы, цирки, к сожалению, дельфина пока не вдалось отстоять, да, это наша дальнейшая работа. То есть все виды эксплуатации животных, и где дикие животные содержатся не в реабилитационных центрах, а у частных лиц, которые не могут обеспечить им нормальные условия содержания. Отныне нужно для того, чтобы содержать домашних животных или там хищных птиц, легализоваться. То есть это... Ну, одно время было в такой вот кипиш в интернете по поводу, неужели теперь нельзя спасать диких птиц. Сообщество, вот, которые помогают диким птицам, они очень беспокоились, что теперь они не могут содержать диких птиц у себя на территории. Потом мы объяснили, это все улеглось. Статья 8, она разрешает содержание диких птиц, раненых с целью их реабилитации и спасения. А вот дальше, если, как бы, нужно оформлять документы, они ждут от нас документов, что касается оформления реабилитационных центров, громадских организаций, с целью легализовать диких животных, чтобы не было их умышленного разведения с целью продажи. Вот, как
это очень важно сейчас, это очень важная норма, и все, кто занимается дикими животными, я думаю, когда они разберутся, они только поддержат. От я хочу вас запитатись, я пам'ятаю, як зараз, коли мені було 5 років, ми з татом приїхали в столицю до родичів в гості, і першою справою поїхали на Майдан. І от коли ми вийшли на цю площу, до нас одразу підбігли сюди, посадили мавпочку, сюди посадили орла. Що мавпа, що орел – це дикі тварини. Скажіть, будь ласка, от зараз за цим законопроектом передбачено, що їх не можна використовувати для надання, наприклад, фотопослуг. Куди будуть дівати цих тварин? Їх будуть вилучати? Звісно, звісно. Во-первых, хотілося б сказати, що якщо ви бачите таких от бізнесменів, які зарабатывают на експлуатації животних диких или птиц диких, нужно моментально взывать поліцію. Сейчас поліції вменяются в обязанности реагировать на жестокое обращение с животными. Это их прямые обязанности. Им эти нормы дополнительно вписали. А животное такое изымается и передается в зоозащитные организации, в благотворительные центры, в реабилитационные центры, которые занимаются вот именно дикими животными и птицами. От зараз дуже багато хто тримає домашніх тварин в себе вдома, так званих хатніх улюбленців. Я так розумію, цей закон також передбачає певні норми, які має дотримуватися хазяїн, маючи там собачку в своєму будинку. Ну, домашні животні компаньйони і дикі животні компаньйони, вони мають різні норми содержання. Для диких животних і птиць є зоопарковські нормативи, а для домашніх, в силу того, що вони живут в тесном контакте с человеком, таких нормативов нет. То есть они спят рядом с ними, не нужно определенную там высоту, объем вольера для их содержания. Поэтому правила содержания домашних животных регулируют содержание и обращение с домашними животными. Здесь особого новшества не было, кроме жестокого обращения. Ну, знаете, меня особливо зацікавила норма про прив'язь. Тварину не можна залишати прив'язаною, якщо довжина цього ланцюга менше 20 метрів. Як бути у ситуації, якщо, наприклад, хазяї підійшли до супермаркету або до аптеки, куди не можна заходити з тваринами, як їм залишати цю тваринку на вулиці? Во-первых, нужно предусмотреть. Почему? Ну, предусмотреть поход свой в супермаркет или в аптеку без животного. Потому что к нам поступает очень много жалоб на то, что животное отвязали бомжи, и оно исчезло. Или пока хозяева ходили по прохладному супермаркету, немножко так подзабыв о животном, оно получило тепловой удар, потому что солнце немножко передвинулось, оно оказалось на палящем солнце. Или, например, зимой замерзло. Не насмерть, но лапы, обморожение, уши. Поэтому вы либо идете с членом семьи, который рядом стоит и контролирует животное, чтобы видеть, что с ним происходит. Либо вы выгуляете животное, а потом пойдите в супермаркет или куда вам нужно. А кому потрібно носити намордники? Намордники нужны животным, когда они поле досягаемости человека. То есть если животное, собака, вот владелец идет куда-то с ней гулять, там, в лес, в поле, там, по своему привычному маршруту, намордник не нужен. А там, где собака непосредственно может дотянуться и укусить, транспорт, места общего пользования, места массового посещения, там намордник предусмотрен с той целью, чтобы собачки на ножку не наступили, она цапнет. Это незалежно от размера собаки? Нет, залежно, потому что, да, маленькие собачки, они уже компаньоны, они воно буде виглядати кумедно, так, якщо маленьке чихуахуа буде в наморднику. Пані Зоя, яка відповідальність передбачена цим законопроектом? Смотря за что. Уголовное усилено. Мы долго боролись с правоохранительным комитетом за то, чтобы усилить уголовную административную ответственность. Были внесены соответствующие нормы, поправки в кодексы криминальный, криминально-процессуальный и административный. Значит, сейчас усиленно понижен возраст криминальной ответственности у детей. Это очень важно. С какого века теперь? Значит, уголовное
уголовная ответственность 14 лет, административная с 16. Это было самым большим препятствием для нашего законопроекта. Правоохранный комитет не разрешал вводить эти нормы понижения возраста. Они считали, что рано детям 14 лет садиться в тюрьму за то, что они ударили ножкой собачку. Мы много с ними работали, объясняли, что это не ножкой собачку, и это не тюрьма. Во-первых, это ранняя постановка выявления детской жестокости и постановка на учет как бы общества, полиции, школы, родителей такого ребенка. Это хорошая профилактика жестокости и преступности в дальнейшем. То есть это не тюрьма. Это работа психологов там, с ребенком, родителей, школы. Потому что после животных всегда он переходит на детей. После детей любой слабый человек, незащищенный человек. Потому что проанализировав жизнь всех маньяков серийных, оказалось, что все они начинали с животных. И не только. Рецидивисты, преступники, в основном они все начинали со слабых животных. Они убивали животных. Поэтому чем раньше это выявилось, тем легче это пресечь. Это мы объяснили это правоохранительному комитету, они поняли и согласились. Тобто, я так розумію, буде адміністративна відповідальність і кримінальна. А які, власне кажучи, покарання будуть застосовуватись до порушників? Якщо це касається взрослих людей, це обмеження волі і позбавлення волі. А якщо це діти, то как я уже сказала, это там центры пробации, психолог, в тюрьму такой ребенок не попадет. И я так разумею, штрафы, не маленькие. Штраф – это административная ответственность, да. Если там административная ответственность, там будут штрафы разной величины в зависимости от скоєного преступления. Пані Зоє, от ви вже зачепили у вашій розмові про те, що функцію контролю буде здійснювати Національна поліція. Скажіть, будь ласка, от ви як фахівець, як людина, яка вже багато років займається захистом тварин. Вважаєте, Національна поліція зможе ефективно виконувати функції контролю? Как говорится, надо же когда-то начинать. То есть, когда мы вызываем полицию на место преступления и показываем очевидный факт жестокого обращения, они нам говорят, мы занимаемся людьми, мы не занимаемся животными. Нам приходится очень долго доказывать, что закон о защите животных – это тоже закон. И они должны реагировать на жестокое обращение с животными. А сейчас, естественно, мы уже как бы внесли эти поправки, они обязаны реагировать, поэтому если приезжает полиция, не хочет реагировать, нужно все-таки заставить, напомнить, что закон принят, и теперь он обязывает их реагировать на жестокое обращение с животными. Чи є якась вірогідність того, що буде створена зоополіція? Мы работаем над этим. Пока нет, но мы работаем над этим. Как в других странах европейских, хотелось бы. Пані Зоя, скажіть, будь ласка, ще якраз таки в цьому контексті, в контексті правопорушень, що робити, якщо людина стала свідком злочину проти тварини? Значит, однозначно, первое, что она должна сделать, это вызвать полицию на место. Написать заявление, потому что полиция иногда хитрит и говорит, ой, это тут ну, как бы обидели животное, напишите нам объяснение, по какому поводу вы нас вызвали, и до свидания. Нет, объяснение и заявление – это разные вещи. Без заявления не будет фиксации преступления. То есть если вы хотите зафиксировать преступление, нужно написать не объяснение, а заявление. А потом все-таки лучше, наверное, обратиться в зоозащитные организации за консультацией, потому что для того, чтобы полицию заставить работать, здесь нужно приложить определенные усилия, нужно знание закона. И простой гражданин зачастую ему очень сложно заставить полицию принять заявление, оформить правильно место преступления, что очень важно, вызвать сначала полицию, а потом, если есть труп на месте, вызывается следственная оперативная группа, обязательно. Она должна зафиксировать место преступления, собрать доказательства, отправить труп животного на експертизу. А хто буде нести, власне, матеріальну відповідальність за проведення такої експертизи? До недавнього часу вона була платною, лежала на плечах волонтерів і людей, які вирішили наказати преступника. Но сейчас судебно-ветеринарная експертиза внесена в список судебно-медицинских експертиз. І тепер наряду з чоловічими експертизами ветеринарні будуть проводитися безплатно. Я проаналізувала текст закону, от ми зараз з вами
говоримо про такі достатньо страшні речі – знущання, насилля над тваринами. Проте цей закон передбачає і штрафи за екскременти, я правильно розумію? Тобто тепер потрібно прибирати за своїми тваринами, і це також буде... наказуємо. Ну, хотілося б, щоб люди все-таки убирали за своїми животними. К сожалению, не завжди є така можливість. Тобто, знаєте, як з одної сторони, якщо є наказання, перед цим чоловіку потрібно дати можливість виконати требування закону. Наприклад, повинні бути урни, де можна взяти пакетик, куди можна положити пакетик, не буде чоловік 2 часа гуляти з екскрементами в руці. І, наприклад, крайне складно, извините, выковырить экскременты из вот такой, вот такого бурьяна. Или, например, из снежного сугроба. Поэтому по возможности на открытой площади, конечно, дворы, там, где дети, там, где люди, это нужно делать, убирать. Пані Зоя, от хай мене зараз пробачать всі любителі зоопарків, цирків. Я так розумію, закон не передбачає заборони експлуатації використання тварин в цирках, зоопарках і от ви говорили в дельфінаріях. Чому? Чим вони мотивують? Тим, що це бізнес і їм потрібно. Да, да, очень сильное лобби. То есть на сегодняшний день еще 10 законопроектов зоозащитных поданы и ждут своего рассмотрения. Они заморожены, это единственный законопроект. Отсюда выбросили нормы про запрет дельфинариев. Это лобби, это бизнес, охотники, циркачи и дельфинарщики, они всегда лоббируют свой бизнес и не позволяют его прекратить. Пані Зоя, на якому етапі зараз в нашій державі заборона хутрових ферм? Да, значит, к сожалению, был у нас антихутряный законопроект. Есть такой депутат Сергей Литвиненко, который взялся его продвигать. Тем не менее, он сделал очень интересный такой шаг. То есть он его взялся продвигать с целью запрета ферм, а потом оказалось, что он стал лоббистом ферм. Вот такой казус. Теперь нам нужно заново, как бы депутат Зарадник, понимаете, то есть он взял законопроект и просто его уничтожил. При этом он презентовал как бы проект увеличения количества ферм в Украине, к нему обратились меховики, вот в других странах от меховых ферм избавляются, их из страны, из стран выдавливают, им запрещают находиться на территории страны. Это и грязное, жестокое производство, экологически грязное, жестокое. Поэтому они ищут страны третьего мира для того, чтобы там разместить это производство. Вот они нашли в лице этого депутата человека, который согласен перенести это грязное, жестокое производство к нам в страну, сделать, как бы, ну, положить такое пятно позорное на нашу страну. Но я думаю, что он сам запятнал себя этим законопроектом. Мы все равно запретим мехові ферми в Україні. Ну і я сподіваюся, зараз весь світ переходить на екошкіру, екохутро, і зірки топові голівудські, які виступають інфлюенсерами, вони підводять нас всіх, як звичайних споживачів, до відмови від того, щоб над тваринами знущалися і так їх вбивали. Пані Зоя, дайте, будь ласка, кілька порад тим, хто нас дивитиметься, як взагалі змінити своє ставлення до тварин, як допомагати, власне, як захищати екологію від отаких от проти правных дій. Ви знаєте, очень не хватає активності общества. В основному этим занимаются волонтеры. Волонтеры, экологи, волонтеры, природоохранники, волонтеры, защитники животных. Мы работаем для вас. Маленький процент людей прилагает очень много усилий, чтобы защитить общество от экологических катастроф, от жестокости, от того, чтобы поколение детей росло на примерах жестокости, которые вот даже мы видели, эти отстрелы собак на глазах у детей, дельфина, цирк с животными. Мы защищаем, мы понимаем, мы осознаем это все, а люди не очень вовлечены в это. Они считают, что, ну, вот как нам говорят, ну, а как ребенку не показать цирк? Ему же нравится, а как не повести в дельфинарий, а как не дать контактным зоопарке пообщаться? То есть мы стараемся не только над законами работать, но и поднимать уровень сознания общества, чтобы донести до них какие-то
месседжи, посылы, что нужно расти другое поколение, чтобы выросло другое поколение, нужно создавать другие условия, нужно отказаться от жестокости, нужно сказать: нет, я не пойду в цирк, потому что это жестоко. И хотелось бы просто более активного участия общества. Більше свідомості, да, оскільки конечно. Закони без людей не діють. Конечно. І я бажаю, щоб ключовий виклик зараз на даному етапі, він же ж не стільки відносно до законодавства, оскільки законопроект хороший, він потужний, а скільки в його реалізації. Да. І зараз потрібно прикласти всіх зусиль для того, щоб мінімізувати це знущання над тваринами. Я вам дуже вдячна за ваш візит. А я нагадаю, у нас в гостях була членкиня правління ВСГО Асоціація зоозахисних організацій України Зоя Савченко. Мене звати Карина Вакарєва. До зустрічі. До зустрічі. Встречи.